Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала «Султан Ти-Джей Ньюс». Итак, начнем. Президент России Владимир Путин прибудет в Таджикистан во вторник, 28 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На завтра запланирован рабочий визит президента Путина в Таджикистан, подчеркнул он. По словам Пескова, в Душанбе российский лидер встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном, с которым проведет совещание один на один. Также в рамках визита в Таджикистан у Путина в планах встречи переговоры, формальная часть, заключил Песков. Отметим, в Душанбе президент РФ заедет по пути в Туркменистан. В Ашхабаде он примет участие в Каспийском саммите, который состоится 29 июня. Это первая в 2022 году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит. В феврале 2022-го глава государства посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. Последний на данный момент визит российского лидера в Таджикистан состоялся в июне 2019-го. Тогда Путин посетил республику с целью участия в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который прошел в Душанбе. В рамках мероприятия он также провел встречу с Рахмоном. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.